Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я не просто так подключаюсь. У нас сегодня второй старт. В три старта. Меня зовут Кристина, и мой канал называется «Василианс Кристина. Люблю вязать крючком и спицами». В инфобоксе будут все ссылочки на девочек. Организатор наших три стартов связана спицами Светлана, а в этот раз у нас в феврале ведущая тоже Светлана, спицы и клубочки, ее канал называется. Второй отчет я написала Шейлу Шай, автор этого Шейлу Шай я вязала, и такие небольшие игрушечки, они хорошо продаются на ярмарке, где я торгую, поэтому у меня ни одного Шейлу Шайчика нету, поэтому мне нужно его связать. Автор этого Шейлу Шая Аверьянова Тойс. Это канал Ольга. Она мне очень нравится. Я каждый раз на нее смотрю, чем-то вдохновляюсь. Даже она мне в 7-дневном вязоблоке написала комментарий, что я была просто удивлена. Думала, человек меня тоже смотрит, что очень-очень приятно. Девочкам в три стартах понравился мой первый старт. Ну, я решила, что нужно чем-то немножко отличаться от всех, поэтому и я всегда, когда вяжу, я наношу маски, если у меня время, как у меня времени нету, и поэтому, когда я вяжу, я наношу маску или вяжу. Я не люблю лежать, да, как там написано иногда, полежите, отдохните. Мне выгоднее нанести и вязать. И двух зайцев убиваю, заодно лицо в порядок привожу и вяжу. Поэтому так, эта пряжа не просто так, это вот именно Шейлу Шай будет у меня из этой пряжи. Подбузники и шапочка будут белого цвета. Это Воланс Банни Бэйби пряжа 100-01. Ну, это кипельно-белый. А этот бирюзовый цвет у меня этикетки нету, к сожалению. Но когда буду отчет снимать, я посмотрю. Должен быть еще один такой моточек. Так что вот так вот. Просто немножко не подготовилась. Крючком буду вязать или 2,5. Это у меня вот старенький такой уже номер цвет. Ну, номер крючка уже стерся. Это 2,5 или троечка. Посмотрим, как будет дальше у меня продвижение. Так что всем пока-пока. До вечера. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня уже 7 февраля 2024 года, и я снимаю три старты, и это уже второй отчет в три стартах. И уже вечер, и покажу я вам, что я сделала. Заявляла я в три стартах. Второй отчет у меня Шейлу Шай, автор Аверьянова Тойс. И встречайте готовую игрушечку. Вот такая вот прелесть у меня связалась. Они вообще суперские, они быстро вяжутся. Я их таких хочу повязать. У меня ни одного нету. Было 4, я их все продала. Можно сделать усики, я иногда делаю. Можно сделать вот так вот, как я сделала. И еще на сегодняшний момент у меня еще есть одна готовая работа. Это курочки. Они меня захватили и пока не отпускают. Они стоят вот так вот, если ровненько их поставить, они стоят. И от первого трио старта, первого отчета у меня связалась вот такая вот змея, она еще не довязалась. Я немножко ее по-другому вяжу. Сейчас вот так вот уберу, чтобы не мешало. Получается, я довязала 4 черных. Потом 3 желтеньких, опять 4 черненьких. В этот раз я решила сделать по-другому. 3 черных, 6 таких беженьких и опять 3, чтобы получилось 12. Вот это вот 12, 12, 12, 12. И мне так тоже понравилось. Таких я тоже буду вязать змеек. Очень тяжело вяжется, из-за красный цвет, он суховатый. Сейчас просто... А вот... Вот он прям сухой-сухой. Это уже остаток, думаю, ну когда он вывяжется, чтобы уже себя не мучить. Уже хочется, знаете, вот иногда хочется просто его выкинуть, взять новую пряжу и вязать. Ну потому что за этот период, что я связала, я могла уже полноценную змею связать. И еще болваночки. Я сделала болваночку для
вот таких вот мышек. Мышка будет готова. И сделала бы ванночку. Мышка — это мой мастер-класс, который, наверное, через неделю выйдет уже. И это нужно глазки, тоже болваночка, динозаврик по мастер-классу Наташи Кинза. Я их зимой вязала с ноября, и мне так понравилось. Вот этот цвет на камеру, он такой темноватый, на самом деле он такой красивый зеленый, с яркий розовый, очень хорошо сочетается, прям не ожидала. Так что на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем любви, процветания, уважения, вдохновения. Берегите себя и своих близких. Жизнь у нас одна, ее нужно прожить достойно. До следующего отчета. Ваша вязальщица Кристина. Всем пока-пока.